Муха, давай, поухаживай за ребенком, пожалуйста. Вот она его облизывает. Шпигель наблюдает. Шпигель такой смотрит, оно мне надо. Шпигель себе думает. А мне надо вот эти вот дети. Чтобы вы понимали, что коты к своим детям относятся никак. Скорее, как к конкурентам. Да, Шпигель? Не хочешь ты быть нормальным папой? Вот он нервничает, так вот хвостиком так крутит чуть-чуть. Вот Шпигусик. Мурка его облизывает. Он такой пухленький. Она должна была кормить троих, наверное. А он один остался. Все молоко Василию. Да, Васька? Шпигуся. Ты чем-то недоволен, Шпигель? Шпигуся, что такое? Что ты хвостом машешь? Недоволен чем-то? Шпигель. Мурка оказалась хорошей мамой, да, Мурочка? Мурка, хочешь чтобы я... Иди к Василию. К Василию иди. Давай, иди к нему. Иди. Иди. Иди к Васе. Давай. Давай, дай ему покушать, он голодный, наверное. Шпигель, не нервничай, не надо. Все нормально. Шпигель, что ты так умно смотришь на меня? М? Ты бандит. У тебя хвост как у енота. Ты знаешь это? Василий. Красавчик. Может, это девочка? Или все-таки мальчик? Вот я пока еще не понял. Ну как похож на маму, а? Такой крупненький будет. Да, Васька? А если он не Вася? Если он Ася, а не Вася? Ладно, разберемся.